И снова всем привет, друзья, с вами канал Android Software. В сегодняшнем видео хочу вам показать довольно-таки необычное зарядное устройство. Итак, заказывал я его на AliExpress, цена его составила 1000 рублей. Вот такое вот многопортовое зарядное устройство, а именно здесь у нас 10 портов. Так, здесь что-то еще у нас лежит, переходник, зачем продавец его положил, я не знаю, так как здесь у нас уже идет... Вилочка наша европейская, вот такая вот. Кстати, кабель очень толстый, то есть качественный. Обычно китайцы любят ложить вот эти вот кабельки какие-нибудь дерьмовенькие, здесь же все нормально. Длина кабеля составляет у нас полметра. Вот такой вот кабелечек у нас в комплекте присутствует. Итак, вот такое вот зарядное устройство на 10 USB портов, как я говорил уже. Здесь у нас также присутствует включатель-выключатель, то есть именно когда искал я вот такое вот многопортовое зарядное устройство, хотел, чтобы был вот этот вот переключатель, так как обычно у меня зарядки торчат в тройнике и постоянно они работают, но это не есть очень хорошо. То есть здесь же вы зарядили телефон, отключили зарядное устройство, когда вам нужно его зарядить опять, просто включили. То есть натыкали здесь кучу различных кабелей, если у вас, например, много телефонов в доме или много пользователей, и подключили, и без всяких проблем кучу проводов, и заряжайте одновременно различные агрегаты. Так, как вы видите, здесь у нас данные идут, то есть 5 вольт везде, но ампераж разный: 3,5, 3,5, 2,4, 1... 1,5, то есть 1,5, то есть различные данные. Так, сейчас мы это все проверим с помощью специального тестера. Так, здесь у нас имеется гнездо для подключения, то есть чтобы подключить вот этот кабель, вот такой вот идет трехпиновый вход. Так, дальше что здесь у нас? С тыльной стороны находится информация. Здесь у нас указана модель W838. Входящий ток у нас от 100 до 240, 50-60 хз. Что такое хз? Я хз. Так, и USB выход 5 вольт 12 ампер. То есть может выдавать одновременно данное зарядное устройство. Итак, давайте перейдем, собственно, к самому интересному, а именно к тестированию. Так, возьмем, подключим данное устройство в розеточку, и сейчас будем тестировать, посмотрим, что оно у нас выдает. А то обычно китайцы напишут 3,5 ампер, а выдает оно максимум 1,5. Сейчас мы это все дело проверим с вами. Итак, возьмем USB тестер. Кстати, все никак не соберусь сделать на него обзорчик. И давайте сначала подключим вот в этот вот порт, самый мощный, который у нас заявлен на 3,5 ампер. Так, берем, подключаем, включаем нашу зарядочку. Итак, друзья, сейчас у меня выставлен 1 ампер, то есть все сейчас работает без проблем. Давайте повысим. Так, давайте покрутим побольше. Здесь у нас производитель обещает 3,5 ампера. Сейчас мы это дело проверим. Так, вот смотрите, 2 уже 2,12 держит. Чуть-чуть есть просадочка по вольтажу, но вообще незначительно. Так, добавляем, добавляем. Так, далее 2,3, все прекрасно держит. Добавляем еще. Так, 2,85. Уже чуть-чуть просадочка больше по вольтажу, но тоже незначительно. Так, вот 3. Смотрите. 3, и все, работает. Нифига себе. Неужели 3,5 будет держать? А, ребят, к сожалению, то у меня тестер-то только до 3 ампер. 3,5 это я проверить и не смогу. Но 3, смотрите, держит уверенно, без всяких проблем. Выставил я 3, работает. 5 держит пятерочку, вольтаж свой держит. 3 ампера без проблем. То есть, смотрите, довольно-таки неплохо. Так, а интересно, давайте, если воткнем в один порт. На 1 ампер, где у нас написано. Так.
Так. Здесь идет у нас чуть-чуть побольше просадочка по вольтажу. Но амперы 3 тоже выдает. Почему, кстати, я не знаю. Я ошибка в этом сам не разбираюсь, ребят. Мне кажется, если здесь написано 1 ампер, а выдает 3, то есть должно так быть или нет? Фиг его знает. Так, ну давайте еще в какой-нибудь порт другой воткнем. Вот где у нас написано 2,4. 2,4. Да блин, тоже 3 ампера. Без проблем. Странно, то есть во всех портах 5 вольт 3 ампера по-любому работает. Так, а как бы нам еще? Ну, я не знаю, что еще проверить, ребят. Вот, в принципе, вот, все работает. Давайте на 1 ампер поставим. Понизим здесь до 1 ампера. Сейчас покрутим крутилку. Итак, друзья, вот понизил до 1 ампера, а немножко повысился вольтаж. У нас получается 5,10, 5,13. Вот, на 1 ампера. Ну, собственно, вот, друзья, вот такое вот зарядное устройство протестировали мне. Как еще проверить, я его, честно говоря, не знаю. Если вы знаете, как можно что-то здесь протестировать, отпишитесь под видео. Я потестирую и обязательно напишу вам ответ. Ну, а так, что мы проверили, 5 вольт, 3 ампера, она спокойно держит, без всяких провалов. То есть, в принципе, довольно-таки классная вещица. Довольно-таки компактная. Ну вот, смотрите, рядом с телефоном. Вот так вот она выглядит. Мой телефон даже немножко больше. 10 USB портов, то есть, насували, 10 телефонов заряжаем. Так, вот, в принципе, все, что я хотел рассказать. В принципе, данная зарядка, я очень доволен. И могу вам ее порекомендовать к покупке. Ссылочку на нее я оставлю под видео. Здесь у нас также, ребят, не сказал, присутствуют вот такие вот ножички. То есть на столе она скользить не будет. Можно установить на стол и тоже довольно-таки неплохо и уверенно она будет стоять у вас на столе. Все, ребят, всем большое спасибо за то, что посмотрели данное видео. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и всем до новых встреч.